Завтра возможно потопление североказахстанского участка трассы Челябинск-Новосибирск. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям. Сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Ишим ниже Сергеевского водохранилища. Петропавловские специалисты отмечают подъем почти на полметра. По их прогнозам, 16 апреля вода выйдет в пойму и возможен перелив через дорогу республиканского значения Челябинск-Новосибирск и городскую дорогу в поселок Заречное. В районах Североказахстанской области подтопление населенных пунктов пока не зафиксировано. Но спасательные службы привели в готовность на случай паводков.